Актовый зал управления внутренних дел не мог вместить всех желающих. Познакомиться с буднями правоохранителей пришли около 300 учащихся 10 и 11 классов из разных школ города. Сотрудники милиции рассказали ребятам о правилах поступления в ведомственные вузы, академию и институт МВД и всех преимуществах учебы в этих учреждениях образования. Большая востребованность, потому что к нам обращается большое количество выпускников школ. Вот мы в этом году подготовили около 30 личных дел в ведомственные вузы. Вот. Из них часть поступила. И мы ждем их через 4 года у нас в УВД на службу. Никита Меличенок – кадет военно-патриотического класса 27-й школы. Проявляет интерес к службе в правоохранительных органах и подумывает поступать в Академию МВД. Пришел на день открытых дверей, чтобы воочию увидеть повседневную работу милиционеров и определиться в своем выборе. Конечно, это интерес к профессии милиционера, следователя. Хотелось бы больше узнать об этой профессии, пообщаться, собственно, с людьми, которые работают по этой профессии. Я думаю, что это довольно востребованная профессия и мужественная – защищать простых людей, которые не могут защитить себя сами. Школьники также смогли ознакомиться с работой оперативно-дежурной службы управления, посетить комнату истории и подразделение ОМОН, где смогли подержать в руках автоматы и спецсредства, которые находятся на вооружении органов УВД. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.